Спасо-Преображенский собор Угличского Кремля является визитной карточкой города и шедевром русской архитектуры. Его история начинается при углицком удельном князе Андрея Васильевича Большом, с чьим 30-летним правлением связан рассвет Углича в конце 15 века. Собор стал невольным свидетелем драматических событий Великой Смуты, а позже в нем надеялись найти убежище от польско-литовских интервентов жители города. Но поляки всех перебили, а сам собор подожгли. Угличане приступили к строительству нового Спасо-Преображенского собора, который был освящен в 1713 году. Уникальность проекта в его бестолпности. 14-метровый пролет перекрыт сводом высотой 17 метров. Легкое, как бы парящее перекрытие столь обширного помещения без промежуточных опор было большим достижением строителей, что ставит Угличский собор рядом с лучшими памятниками архитектуры 18 столетия. Благодаря такому архитектурному решению в соборе создана уникальная акустика. Художественное убранство собора выполнено под руководством крепостного живописца Тимофея Медведева. 55 композиций, посвященные евангельским притчам, выполнены по образцам позднего Возрождения и барокко. Грандиозный многоярусный резной иконостас является масштабной и умелой стилизацией иконостасов нарышкинского стиля. После революции Спасо-Преображенский собор долго оставался действующим. Его закрыли лишь в 1929 году и передали Угличскому музею, поэтому сохранилась значительная часть внутреннего убранства, росписи и иконостас. В 2004 году храм вернули верующим. Сотни тысяч туристов ежегодно посещают Спасо-Преображенский собор, которому в настоящее время требуется неотложная помощь. Снаружи осыпается штукатурка, разрушаются белокаменные ступени. Серьезную проблему представляет трещина в колонне у предела с восточной стороны. Необходим также ремонт кровли над четвериком. Внутри собора требуется восстановление росписей предела, а также чистка и поновление иконостаса. Молодые таланты России обращаются ко всем, кому дорога история Отечества, с призывом возродить Спасо-Преображенский собор в Угличе. Oh,
Хотим!